Муж, давай обсудим планы на сегодня. Давай. Ты уже завтракала 2 раза. Заканчивается сухая еда, которую в ветлечебнице я покупаю, потому что другую ты сухую еду не хочешь есть. Надо мне сегодня съездить в ветлечебницу, купить сухую еду и жидкую надо пополнить. Ну ты глаз и можешь открыть, глаз. Мусь. Вот я к тебе обращаюсь. Сейчас что-нибудь брошу в тебя, чтобы ты глаза открыла. Полотенце сейчас запущу. Ой! Блин, потянула. И раз! Вот, открыла. Короче, тебя доставка еды не интересует. Она ж просто появляется, правда? В миске появляется, когда ты начинаешь орать, если там отсутствует. Ну ладно, отдыхай.